Физический факультет Белгосуниверситета отмечает 60-летие. Праздновать юбилей начали еще в понедельник. А сегодня состоялось торжественное заседание и церемония награждения преподавательского состава. Подробности у Екатерины Мыслевец. Старинные приборы, памятные предметы, документы, фотографии и книги. В мини-музее физического факультета БГУ можно проследить всю историю его развития. Каждая кафедра представляет свой стенд, постоянно его обновляя. А вот еще одна выставка, только в отличие от первой, постоянной. Она работает до конца этой недели. Зуб мамонта, крест Ефросинии Полоцкой, Библия Франциска Скорины здесь представлены в форме художественных голограмм. Интерес именно вот голограмм заключается в том, что изображение записывается в тонком слое, который всего там 7 микрон. А изображение, оно объемное. Мы видим здесь десятки сантиметров глубина изображения. И создается такая иллюзия трехмерных. Вот то, что сейчас дети видят и хотят видеть, когда мы говорим 3D-изображение, 3D-телевидение, здесь оно в реалиях. Уникальную выставку открыли в рамках празднования 60-летия физфака БГУ. Свой юбилей факультет празднует целую неделю. Мероприятия, приуроченные к памятной дате, стартовали со встречи студентов с деканом. Затем здесь провели международную антинаучную конференцию, где в шуточной манере молодые ученые представили свои доклады. Среди праздничных событий также интеллектуальные и спортивные состязания. Ну а сегодня на физфаке прошло торжественное заседание. Поздравить юбиляра пришли члены совета, ведь ветераны и сотрудники факультета, руководство БГУ и Академии наук, а также директора предприятий-партнеров. Могу сказать так, среди выпускников факультета 5 героев социалистического труда. Это существенно, нормально. Есть и дипломаты, есть и были министры, и наши, и не наши. В общем, везде, где можно работать, работают физики. Потому что физика – база. И вот базовое образование дает возможность нашим выпускникам работать в самых различных отраслях. Сегодня физический факультет БГУ – это 11 кафедр, 13 научно-исследовательских лабораторий и более 700 студентов. Учебный процесс обеспечивает порядка 300 сотрудников и преподавателей. На самом деле преподаватели очень классные, и даже, ну, как бы с ними можно шутить, сидеть и просто, ну, и как бы общаться в формальной и неформальной обстановке одновременно, то есть, как бы это не мешает оцениванию и все, и, ну, и так далее. Я здесь уже закончил 5-летнее образование, потом магистратура 1 год, вот, ну и сейчас аспирантура. Ну, понятно, что я собираюсь по научной карьере двигаться, вот, ну, собственно, этим и занимаюсь. Вот, мне все нравится. Мне нравится, что можно заниматься наукой. К слову, физфак может смело отмечать не 60 лет со дня основания, а целых 85. Ведь физико-математический факультет был создан в БГУ еще в 1933 году. Спустя 25 лет его разделили, и физфак стал самостоятельным.